Да не за что. Нет, ну мы еще не... Дорогие друзья, крайние песни. Я хочу спеть вместе с вами. Вот я не делю песни на авторские и не авторские, потому что их все кто-то когда-то написал. И поскольку я сейчас работаю исполнительным директором Всероссийского фестиваля «За Россию. Десант и спецназ», вот, в этом году нашему десантному братству исполнилось 80 лет, 85 лет. Я хочу сейчас закончить песней, которую написал старший сержант воздушно-десантных войск. Вот. Великий русский поэт Константин Машенкин. Мне посчастливилось его один раз видеть. Вот. Он на меня так посмотрел. Он выше меня на полголовы. Это было на книжной ярмарке. Вот. Меня выпустили песню петь. Я на сцену вышел в форме Великой Отечественной войны. Посмотрел. Чудовище какое-то вышло. Ты что вышел? Мне сейчас петь надо. Говорит, ну будет тогда. Ладно, типа. Она еще и разговаривает. Вот, да, песню вы все знаете, ее, к счастью, редко поют. Ну и все. Вот все. Танька, мы с тобой всегда, и ты с нами всегда, и мы двигаемся вперед по нашей бесконечной реке, в которой вода, как круговорот воды в природе, он бесконечен. То же самое происходит с песнями, а песни — это главное, что есть в нашей смешной жизни. Вот так вот, если разобраться. И тебя Господь наградил потрясающим чутьем, великолепным чувством прекрасного. Она, ведь Татьяна Николаевна, она же организует концерты в Кремле, дорогие друзья. Выше только Господь Бог. Вот. И она справляется со всеми нашими ужасными бардами, небритыми, которые никому не слушаются в жизни. Они все под ее, значит, суровой рукой. Среди сволочи всякой дряни, которая вечно бла-бла, продюсер Маталина Таня стоит, как стальная скала. И все ее взору подвластно, стади до британских морей. И брат ее любит, и бард ее любит ужасно, москаль и хохол, и еврей. Бывало, берет она барда, почистит его о рукав, и слов никаких тут не надо, он понял, урод, что не прав. И взглянет она на бардессу, давай, мол, зараза, пляши, и вместе с одышкой и весом бардесса метет от души. Она и весомо и зримо бардовская суперзвезда, и даже товарищ Каримов ее уважает всегда. Она справедлива и метка, кто как и за сколько споет, зайдет без оружия в клетку с отъявленным самым бардьем. Скажу я, друзья, не по пьяни, а в силу большого ума. Извините. Да здравствует наша Татьяна, всех бардов российская мать. Трубным звуком весеннего гимна
Я люблю тебя, Танька Маталина. И надеюсь, что это...